то это оборачивается такими разрушениями общества, что и самим этим личностям становится плохо. Между прочим, большая часть тех, кто в конце 80-х, начале 90-х призывал к преобразованию нашей страны по либеральным стандартам, не дожило до времени, когда стало возможно задуматься о том, насколько хороши эти стандарты. Мне, знаете ли, крупно повезло. Я ухитрился на протяжении всей своей деятельности всегда говорить только то, что думаю, и всегда находить кого-нибудь, кто за это готов заплатить. Поэтому я оказался достаточно благополучен, чтобы пройти весь этот круг анализа. Но сейчас именно на основании и опыта страны, и опыта собственных исследований смею заверить, что примат личности над обществом разрушителен не только для общества, но и в конечном счете и для личности. Анатолий Александрович, решите вопрос. Давайте последний, пожалуйста. Все, последний, очень приземленный. Вот, вот мы тут находимся, да, снимаем телефонами, фотографируем фотоаппаратами. И если вот так вот приглядеться, то все телефоны – это импортные. Это тех стран, которых мы хаем. Если посмотреть из истории, начиная с времен Петра I, это та история, которую я более-менее так неплохо знаю, мы всегда ездили за технологиями, за учились. Вот стена, Да. Мы боролись. Написано, что все мы изобрели. Вот АНТ-25 один раз летал, и все. Так я про что говорю? Вот опровержение. Настанет ли и тот день, когда мы будем снимать телефоном, который будет называться там «Волна М», «Волга-20», это не наш телефон. 16 мегапикселей. Мы танки делаем. Это Китай. Ну, скорее всего, мы придумаем что-нибудь такое, на фоне чего нынешние смартфоны будут казаться такой же стариной, как, скажем, сейчас архаизм. Телефоны с наборным диском. Архаизм. Просто мне пока догоняешь, не обгонишь. Мне кажется, что если мы будем держать телефон «Волна М» или «Радуга Т», вот так фотографировать, мы все задачи свои проблемные с правительством, с отношениями с другими странами не будут решены. Боюсь, что пока у нас это правительство, у нас не будет телефона. Элементную базу методично уничтожали. Пока у нас нет технологий, мы только за счет сырья будем. Ну что значит нет технологий? Скажем...